Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Ивановская, и это моя рубрика «Как правильно говорить». В описании мобильных телефонов очень часто упоминают такую функцию, как интеллектуальный набор текста или функция Т9. И порой ее называют предиктивным вводом текста, а порой предикативным. Давайте разбираться, как же правильно говорить. Слово «предикативный» происходит от слова «предикат». Это лингвистический термин. А слово «предиктивный» происходит от английского слова «predict» – «предсказывать». И поэтому, когда мы говорим о предсказании или о интеллектуальном наборе слов в телефоне, когда вы набираете SMS-сообщение, то это именно предиктивный набор текста. Говорите правильно.